Собирайтесь и бой, народ! Масленица к нам идет с пирогами и блинами, да с румяными щеками. Приходите, заходите на румяные блины. Нынче масляна неделя. Будьте счастливы, как мы. Друзья, школа юного артиста «Голосята» и хореографическая школа «Солнышко Петербурга», художественные руководители Наталья и Алексей Шаровы. Вот такое масленичное настроение. Давайте еще раз поблагодарим юных артистов. Друзья, прошу. Ох, широкая масленица на дворе. Между прочим, третий день масляной недели. Юра, знаешь, как он называется? Как? Вкусно называется. Лакомка. К теще на блины он называется. Правда? Потому что сегодня какой день? День, когда можно, вот сколько душе угодно есть блинов. Моей душе, кстати, угодно. Так что, друзья мои, я к теще. Ну а мы продолжаем масленичные гуляния вместе с государственным ансамблем танца «Барыня». Встречайте! Thank you.
Государственный ансамбль танца «Барыня», художественный руководитель, заслуженная артистка России Татьяна Тимохина. Дорогие друзья, для того, чтобы представить следующий коллектив на этой сцене, мне хочется вспомнить строки моего хорошего друга Геннадия Ветрова. 10 лет бросаю камешки в окно. Я люблю тебя, как Пушкин осень. Только ты не отвечаешь все равно, потому что я ни разу не добросил. Я не знаю, добрасывают ли эти ребята камешки в окна любимым, но то, чтобы они на 100% до них бы докричались, в этом я уверен. Потому что это обладатели самых мужественных баритонов Санкт-Петербурга. Давайте встретим этот великолепный квартет, прекрасную четверку, музыкальный альянс. Петербургские баритоны! Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит у нас все покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждем, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое. Лауреат международных конкурсов Владимир Писелиш.
солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Алексей Мягков, Дмитрий Подражанец, художественный руководитель музыкального альянса «Петербургские баритоны» и лауреат международных конкурсов Александр Пахмутов. Спасибо огромное. С праздником! Спасибо, друзья, за эту прекрасную песню. Яна, что ты сегодня так медленно выходишь на сцену? Сегодня я имею полное право. Интересно, до 8 марта еще полторы недели, ты знаешь? Ну почему тут 8 марта? Сегодня весь мир отмечает Международный день неторопливости. Да-да, я не шучу, это действительно есть такой праздник. С праздником! С праздником вас, дорогие друзья, уважаемые жители Выборгского района. Неторопливо сегодня у нас, да. Поэтому совершенно справедливо, что в Международный день неторопливости мы сможем объявить следующую актрису, певицу очень неторопливо, с чувством, с толком, с расстановкой. Давай. Давай. Я. Девушка-весна. Девушка-любовь. Олицетворение красоты, обаяния на всех телеканалах нашей страны и на главных концертных площадках. Для вас поет неподражаемая, блистательная, истинная петербурженка, живущая в Москве, Юлия Михальчик! С праздниками, уже наступившими, наступающими, дорогой мой Петербург, с праздником! Не стихая, любовь хотела торжества, веночек лишила до утра. Светили звезды, не сгорая, и в ночь бежали поезда. Где сотни раз в году весна, где лабиринт огорода, живет любовь среди заброшенных домов. И все вместе. Я просто девушка простая, городов, где лил дожди и ночь лихая, и день вчерашний без толков. Нет у любви конца и края, и я не чувствую шагов. Я просто девушка простая, нашла счастливую любовь. Я просто девушка простая, нашла счастливую любовь. Мой дорогой Петербург, спасибо вам! Простая, где льют дожди и ночь лихая.
Санкт-Петербург. Давно и навсегда. И спасибо за то, что имею возможность сегодня стоять на этой сцене и петь для вас. Я безумно вас люблю. Спасибо! Моя вы любовь. Спасибо. У нас очень такая своеобразная, теплая зима приключилась в этом году. Я этому рада, как вы? Тоже, да? И есть песня в моем репертуаре, которая нас немного погрузит в ту нашу настоящую русскую метель. Пусть только в песнях. Для вас. Метель. Если посмотреть, казалось бы, пустяк, тает снег зачем-то посреди зимы. Только две снежинки тает, ну никак. Знаешь, это ведь с тобою были мы. Две снежинки, липшие к стеклу, а метель такая просто кутерьма, словно не хотели звать они весну, словно это их последняя зима. И все, кто знает вместе со мной, ты метель моя. Спасибо.
нас и нет. И развела до весны. Спасибо! Сильный мой, любимый, родной Петербург. Для вас сильная, смелая, лебедь белая. Слова наивные унеслись в небеса. Просто ли сложно лезть березам, ветер грабит леса. Было ли не было никами белыми, жизнь там едет мои. С нами надеждами не буду прежняя, просто меня не отпускайте. Останется позади. Я вам желаю только чистого, мирного неба над головой, побольше таких праздников, побольше таких встреч, как сегодня. И искренне от всего артистического сердца и человеческого благодарю за такой теплый прием. Спасибо вам, Анфиса, дорогой, любимый, спасибо. Юлия Михальчик, не только блистательная певица, но и депутат муниципального образования Сергиевское, Выборгского района. Давайте поаплодируем, друзья. Спасибо большое. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений Евгеньевич Марченко. Белые цветы нашей красавицы. Аплодисменты, друзья. Огромное спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо огромное, Юля. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Сейчас на эту сцену выйдет покоритель абсолютно всех женских сердец. Самый харизматичный баритон России, за которого мы всем Петербургом, все вместе держали кулаки, за которого мы болели, голосовали. И он сделал это, он подтвердил статус нашего города как культурной столицы, когда стал абсолютным победителем телевизионного проекта на Первом канале «Шоу Голос». Вы готовы встретить его, друзья? Для вас поет Петр Захаров! Встречаем! Русское поле,
забыть тебя сердцу вовек. Русское поле пустое. Мне пришлось не сравняться с тобой, ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер весок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий голосок. Поле, русское поле, пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни, вдруг обожгут меня крест. Тоской. Русское поле, русское поле, я, как и ты, ожиданием живу, верю молчанию, как обещанию, пасмурным днем. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер весок. Здесь отчизна моя, и скажу не твоя. Здравствуй, русское поле, я твой дом. Поле, русское поле. Спасибо. Спасибо огромное, дорогие друзья. Сегодня у нас удивительный концерт. Концерт, в котором мы провожаем праздник 23 февраля и предвосхищаем праздник 8 марта. Удивительно, но все зрители, которые сегодня пришли сюда, на этот концерт, все получат в свой адрес самые любимые, теплые пожелания и самые любимые песни. Я поздравляю вас от души, дорогие друзья, с этими праздничными днями. И мне очень хотелось бы сегодня, я возьму на себя смелость, представить песню, которую я услышал буквально на днях. Это удивительная песня о любви, которая почему-то хорошо забыта в последние годы. Вот все новое часто является хорошо забытым старым, поэтому эта песня, она не старая и не новая, она вечная. И для этого, для того, чтобы сегодня ее исполнить, я хочу пригласить на эту сцену мою замечательную, дорогую подругу, с которой мы знакомы уже бог знает сколько лет, Яну Леонтьеву. Яночка, пожалуйста. Во мне ты вовек. Во мне ты вовек.
через тысячу лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай, не исчезай из жизни моей, из жизни моей. Не исчезай сгоряча или незначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключений. Не исчезай. В нас вовек не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем. Мы летим.
Телевизионного проекта «Шоу «Голос» на Первом канале Петр Захаров. Государственный ансамбль танца «Барыня», художественный руководитель, заслуженная артистка России Татьяна Тимохина. Спасибо. Спасибо. Сегодня просто настоящий праздник музыки, праздник песни. Ведь действительно, все, что мы чувствуем внутри, счастье, радость, где-то бывает горечь и печаль, мы все можем выразить в песнях, да? И существуют даже легенды, история создания песен. Вот, например, если говорить о военных песнях ко Дню защитника Отечества, «Темная ночь», знаменитая, любимая всеми военная песня. Ты знаешь, вот такая интересная история существует, когда ее пытались издать уже в большим тиражом, записывали на студии грамзаписи, то написали огромное количество пластинок и услышали, что какой-то шорох непонятный появился, и невозможно этот товар выставить уже на продажу. Начали думать, спрашивать, что случилось, где. И оказывается, когда вот эта матрица пластинка записывалась, и женщина, которая работала на студии грамзаписи, она слышала «Темную ночь» с проникновенными словами, музыкой и плакала. И вот это ее слезы и плач, он записался на матрицу пластинки, и потом сделали тираж с вот этим вот схлипыванием, со слезами, представляете? Пришлось тираж снять и по новой записывать. Вот такие живые эмоции. Но уже с тех времен эта песня в наших сердцах, конечно, всегда отражается, и зачастую слезы на глазах появляются у наших замечательных слушателей. А сейчас на эту сцену выйдет певица, встреча с которой, мне кажется, является самым большим подарком и к Дню защитника Отечества, и, мне кажется, безусловно, к 8 марта, да и Масленицу без ее репертуара представить себе просто невозможно. Потому что ее песни — это настоящий разговор по душам. Ну что ж, друзья, давайте встретим ее, так как наша большая, дружная, выборгская семья встречает самых хороших, самых верных и любимых друзей. Вы готовы? Для вас выступает певица, композитор, актриса Вика Цыганова! Музыка.
забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь, про судьбу я забуду, а про веселую жизнь и нелепую себя. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще не захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще не захочется спеть. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду петь и надеяться когда-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я буду петь и надеяться когда-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиду забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя. Но другой никогда виден Бог я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, но другой никогда, никогда я не буду, если что-то не так. Вы простите меня.
будет. Надо покушать действительно блинов, отметить хорошо, весело. А я хочу исполнить народную песню для вас. Авторы, конечно же, известные. Это Игорь Слуцкий и Вадим Цганов. Написали когда-то для меня и для вас песню «Калина красная». Я надеюсь, что этот большой хор Выборгского района меня поддержит. И пусть наша жизнь, как калина, то она горькая, то она сладкая. Что-то у них есть. Подбивайте, мои дорогие. Это очень полезно для души. Разлука долгая.
слышала, вы подпевали. Спасибо большое. Спасибо, мои дорогие друзья. Еще один номер, который я хочу песню вам сейчас подарить и исполнить для вас. Мы работали много, 4 года над этой песней, но, вы знаете, это не такой уж и большой срок, потому что иногда к песне идешь всю жизнь. И я очень рада, что с времен вот, Игоря Талькова я ждала эту песню, и она у меня появилась. Песня называется «Россия». В создании принимали участие и большая итальянская группа музыкантов, замечательных аранжировщиков, Челентано, Фио Дзаноти. И музыку писал сербский композитор Нинослав Адемович. И удалось нам снять клип, большой фильм о России. Это такое осмысление нашей с вами жизни. Песня называется «Россия». Я пою для вас, а вы, пожалуйста, посмотрите эту работу и послушайте. А нас с вами.
который больше 30 лет со мной идет вместе, вдохновляет меня и поддерживает. Спасибо большое. Дорогие друзья, в этом году, как и все годы, мы будем отмечать юбилей Великой Победы. И сейчас мы с моей группой «Северный ветер» записываем и делаем новую пластинку песен именно военных лет, песен, которые больше всего мне нравятся, которые я люблю, которые я помню из детства. Родилась я в Хабаровске на улице Победы. Я помню, как отмечали этот праздник под большой развесистой черемухой. Прямо на улице накрывали стол, приходили все соседи и пели, брали баян, брали гитары и пели песни, отмечали праздники. И, конечно же, это будет продолжаться всегда. Если у нас есть память, у нас есть будущее. Я хочу сегодня устроить премьеру. Я надеюсь, что все пройдет благополучно. Исполнить для вас одну из самых таких трогательных и, на мой взгляд, нежных песен. Послушайте, если узнаете, держите. Бьется в тесной вечерке огонь. На поле смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон. Про улыбку твою и глаза для тебя мне шептали кусты белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Ой, гармоника вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Не в холодной земле тепло, гостиной любви. Бьется тесно в печурке огонь, на полей смола слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Тебя мне шептали кусты белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. И вот эта песня «Землянка», она мне в детстве как-то вот не трогала. А стала ее учить, и пою и плачу. Потому что вот действительно песни бывают и на заказ, а бывают от сердца. Спасибо вам, мои дорогие. Я очень тронута, я буду работать дальше. Ну что ж, День защитника
Отечество, все праздники, масленицы, впереди наша великая победа. Я думаю, что закончу выступление песней праздничное для вас. Когда у человека хорошее настроение, он творит добрые дела. Поддержите нас, мои дорогие, и пусть в вашей жизни все будет слава Богу. Звездный вечер ляжет, и гитара тихо о любви расскажет, и от сердца к сердцу полетет признание, и душа захочет спеть одна прощание. Счастья и здоровья до края. Накроет, и опор прощальный сердце нежно тронет, и под звон хрустальный я вас покидаю. Счастье и веселье от души желаю. Счастья и здоровья до края и до дна. Счастья и здоровья, и любви. Народно любимая, неподражаемая Вика Цыганова! Цветы вручает глава муниципального образования номер 15 Выборгского района Сергей Николаевич Виноградов. Аплодисменты, друзья! Спасибо, Сергей Николаевич Виноградов. Благодарю вас за приглашение. Спасибо. Думаю, что на День Победы надо обязательно приехать, насладить оркестр и исполнить для вас все эти вместе. Землянку и темную ночь. И давай закурим и по Берлинскому с тобой! Вика Цыганова, аплодисменты, друзья! Благодарю вас, спасибо большое. Ну, такими несмолкаемыми аплодисментами давайте благодарим муниципальное образование номер 15 Выборгского района за прекрасный концерт. Давайте поаплодируем депутату Федерального собрания Российской Федерации Евгению Ильичу Марченко. Концерт состоялся благодаря
этой замечательной команде. Давайте поаплодируем старейшей концертной организации «Петербург-концерту». Режиссер-постановщик Светлана Николаева, в ее адрес тоже аплодисменты. Дорогие друзья, ну а прежде всего, позвольте, поздравляю вас от всего сердца, пожелать всем нам крепкого здоровья, мирного неба над головой. Счастья, любви, и не хотим мы с вами прощаться, а говорим вам до новых встреч! С праздниками, друзья!